Так, это у нас Юпитер. 11 апреля 2021 год, 5:34 по Киеву, Харькове. Сатурн мы потеряли. В утреннем зареве. Поэтому у нас сегодня будет бенефис Юпитера. 840 миллионов километров до него. Ну, даже в окуляры я вижу и спутники, но, конечно, на мониторе это вряд ли будет видно. Слева спутник Ио от Юпитера. Сейчас попробуем проследить по мере подъема над горизонтом. Должно быть видно все лучше и лучше спутники. Ну, сейчас я вижу полосы, так весьма условно. Экваториальные полосы, но видны. Да, рассчитывал я на более ясную погоду, она похуже все-таки, чем вчера. Еще больше облаков. Вот так ужасно это выглядит. Полетели на Юпитер. Так, сейчас. Ну, дадим возможность Юпитеру самому вползти в кадр. Да? Будешь вползать? Конечно, будет. Вот он наш газовый гигант. Да, справа, самый правый сейчас прячется за край правого экрана. Это Ганимед, потом идет Каллисто. Европу почти не видно рядом справа с Юпитером. Даже в окуляре. А вот его, на удивление, слева от Юпитера. В половине диаметра Юпитера виден. Даже странно. А вот она я. Сейчас попробуем еще и резкостью побаловаться. Обычно об этом жалеешь. Ладно. И в этот раз тоже жалеешь. Хорошо. Сейчас я буду сопровождать Юпитер камерой, но без видеосъемки, чтобы уже в утреннем небе, в рассветном, его видно вполне даже при встающем солнце. Подождем. Уже скоро. Да, жаль, что Сатурн потеряли. Ну, пара дублей была. Ладушки. 5:39 по Киеву в Харькове.
11 апреля 2021 года.